Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, ну точнее нашего канала. С вами сегодня опять я, Лёша, и... Саша. Всем привет, ребята. Сегодня Сашуля уже наконец-то, спустя немного погодя, когда я ему сделал скайп, я сделал ему скайп, не кто-то, именно я сделал ему скайп. Я, короче, ему сделал скайп. Да, и дал ему скайп. Да? И, ну, конечно, связь у не очень-то хорошая, но мы с этим еще работаем, ребята. Даже? Да. Ты куда пол... Пока. Тебе пока. Пополз куда-то. Стой. Что ты хочешь сделать, а? Вынести листья. Так, мы вроде хотели найти алмазы. Я не помню, что было в предыдущей серии. А, я помню. Давай, говори. Мы, короче, пошли в шахту. Обосрались там. Потом спрыгнули случайно. Вот сюда вот. Ну, это я тоже, помню. Ну, не так было. Очень интересная история. Стоп, подожди, тихо. Минуту снимаем, все. Ну, то есть, минуту 30 секунд. Надо братик выключать уже как-то долго. Вообще. Стоп. Ты что там с микрофоном делаешь, а? Ничего, это моя мышка просто. А, так ты мышку убери от микрофона. Она вообще далеко. Ни хрена себе, она далеко. А что, видишь? Да, я вижу твою мышку. Прямо... Блин, я не знаю, как факел поставить. Оп. Как факел поставить? Да. Ну ты тупел за последнее время, после своей болезни. Так, я сейчас выйду отсюда, листья. Я лезу с собой. Сейчас мало. Не, с этим, слышишь, братик, надо что-то делать. Ты вот где? Просто... Где наш дом? Не знаю, вот просто... Вообще где? Да мы в пещере живем. Забыл. Короче, вот, не знаю, завтра, послезавтра ты... Чё у тебя? Чё послезавтра? У нас да. Какой день недели? Послезавтра, так что? Сегодня получается вторник? Да, вторник. Да. Не, число сегодня какое? Четверг. Число у нас какое, ты мне скажи просто. Сегодня третье. Третье. Так, четвертое, пятое, шестое. Да. Шестое пятница? Нет, шестого ни хрена. Не купим эти микрофоны, мне шестого экзамен по русскому. Опа, лёг тут скелет. Меня убьют. Ты его гаси давай, гаси. У меня хп одна сердечка с половинкой. Я тебя тпшну. Как тебя тпшить-то? Чё? О, правильно. Чё у тебя? Ничего. Смотри, я чё тут накопал. Так, не-не-не, тебе надо пещеру вниз делать, короче. Делаем пещеру вниз. Хотя погоди. Стоять, отойди. У тебя есть это каменная кир. Нет, я сейчас сам замучу. О, стой. Не ломай его, кстати. Да я не ломаю. Слышь ты! Ладно, ладно, ладно. Что? Что сделал-то? А, каменный кул. Давай, отойди. Короче, потом сейчас тпшишься ко мне, понял? Ага. Когда я до бедрока-то копаю. Здесь не хватит. Скинул? Нет, хватит. Я же умный. Кстати, надо везде факел оставить, потому что YouTube затемняет все. Даже? Ага. О, смотри, что нашел. А, его бессмысленно искать. Вот, тут бедрок. Что делать? Бедрок? Бедро. Так, классную, сейчас я тебя тпшу к себе.
Не ломай. Не ломай его, не ломай. Блин, у нас даже железа с тобой нету. Где железо? Ну, если хочешь, можешь это все мне отдать. Короче, я не знаю, какого числа мы тебе будем микрофон покупать. Ага, что ты так и не заметил? Ты что, охренел? Ты хочешь поспорить с моим мечом? Ты что там делаешь, а? Отойди. Что ты делаешь с микрофонами? Или с мышкой, не знаю. Я ничего не делаю с ним. Вот обманщик. Короче, у меня есть один саженец. Для саженца нужна вода? А, как хочешь. Если с водой, то он будет быстрее расти. Тогда нормально, у нас есть источник дерева. Сейчас нам надо, смотри, вот такую гигантскую просто пещеру прокопать, не знаю во сколько блоков. Еще вверх, где-то 5, и вырасти тут дерево. Понятно? Зачем? А где у нас будет? Мы, это наш домик теперь. Смотри, что у меня есть. Подожди, а как мы будем наверх выбираться? Ну, кто-то из нас сдохнет, кто-то выйдет тут. Смотри, лучше наверх подняться и не накопать. Там ты, нету. Ты меня убей, там... я накопаю съел. Ну давай. Не, стопудово мы тебе будем покупать микрофон. Ага. Алло, хрипел. Ну и чё, убей его. А не убью, я же лох. А! Да ты, а! Ты вообще баще меня играешь. А! О, всё, убью. Ты чё орёшь-то, а? Тебе, кстати, надо было мне кирку дать. А мне есть. Ну, а я тебе говорю, мне надо было дать. Ням-ням-ням. Копаем дальше. Ага, знаешь, какая у меня есть идея? Какая? Плыть на другой остров. Плыть на другой... Ты чё гонишь? Я там столько плыл, плыл. Я нормальных островов не нашел. Я вообще надеялся, то, что тут будет. Когда я ставил у тебя расширенную, но это новая. Как бы хрень такая, ребята, кто не знает. Да? Будут большие пещеры. Да-да-да, большие пещеры должны быть. Все. Поставил расширенную в надежде. Прошло пару, чё, минут. Там такая хрень. Я думаю, все, это капец. Это надолго. Ну, я думаю, я понадеялся, то, что будет горы, охрененные горы, и нифига. В итоге мы сейчас копаем тут охрененно какие пещеры, шаримся хрен знает где. И мне кажется, чувак, это просто бессмысленно. Кому говоришь? Да тебе говорю. Но мне кажется, было в этот момент было легче начать, ну, в этот летсплей, да и все. И поставить уже еще раз расширенные. Но в принципе... Подожди, а наши горные прохождения будут продолжаться? Это и есть горные прохождения, типа... А, гор... есть? Да, это типа горные прохождения, это даже не горные прохождения. Это, не знаю, это хрен знает что. Я потому что вот это вот горными прохождениями... Для меня сейчас было просто, я зря их назвал так. Зачем?
Это просто интересно. Ты знаешь, как выглядят лозуидные гномы? Да, знаю. А чё тебе? Не, я честно, вот это, я знаю. Кто? Погоди, еще раз скажи, у тебя... Лозуидные гномы. Знаю, знаю. И чё тебе? Реально знаешь? Да, знаю. Так это ж я тебе рассказал первый раз про них, ты чё забыл? Кстати, прикинь, у нас сегодня такая хрень, короче, в школе была. Короче, приходим сегодня в школу, ну, как бы кто сдает экзамены, они это, как бы подготовка какие, вот. Приходим, короче, ну, все нормально, отсидели у нас там 3 часа. У нас, короче, там один урок, 3 часа просто так длится. Все, отсидели. У меня там есть один забавный мой друг, очень прикольный. Он, короче, взял, пошел. У нас как бы вот такая вот двойная школа, как бы я сейчас сделаю из булыжника. Вот тут, ну это она такая, представьте, большое здание. И вот тут вот, такое небольшое тут, можно сказать, ну вместе со школой, такое небольшое как бы это сказать-то. Блин, Сашуля, ты же знаешь, ты же учишься, как это? Ну куда лопаты еще складывают все такое, знаешь? Да-да-да. Подвал? Чё? Подвал? Да-да-да, подвал, ну типа подвала. Склад? Да, ну и склад, ну то же самое. И вот, короче, он взял, оттуда, короче, лопату стырил. Потом пошел, у нас там же еще вот, где эта хрень, сразу же тут такие ворота. Ну, второй проход для машин. Он взял оттуда этот знак еще стырил, как он. Ну, этот, как он, красная такая табличка с кирпичиком. Ну, знаешь, такая. Для машин специально, чтобы типа проезд запрещен. Он взял это все стырю и пошел закопал. Я вообще не знаю, зачем это он сделал. Зачем он закопал? Я не знаю. Типа это он мне сказал, скрываем улики преступления. Он, короче, сначала закопал, потом побежал с криками домой. Ну, Олега? ладно, не Олег, Костяна. Ты по костям, что Да. ли? Че ты ржешь? Причем это все правда, ребят? Кстати, песчаника. Опа! Опа, Лёх, смотри. понял, звонок. Сейчас, ребята, секундочку. И мы продолжаем, ребята. Там просто кто-то пришел. Бабушка, да. Ну, короче, вот это он все стырил и убежал домой с криками. Не знаю. Зачем спит? Да ладно, шучу не с криками, пошел проводили, а потом пошли домой. Сегодня договорились погулять. Сейчас у нас что? Сейчас у нас сколько времени, не знаешь? А, нет. У тебя же по компу показывает. А, так. 15:58 почти получается. Сколько? 15? А, 2 часа, да? Я не понял, Ну, так вот. 3 часа, 3 или 3 часа или 2 часа? Почти 4 часа. А, ну ни хрена себе. Мне так не... Ну, 58. А пока только Он три мне, часа. короче, так и не позвонил. Ладно. Так я песчаника накопала, не знаю зачем. Давай, слышь, в этот раз до 15. А, хотя нет, давай, знаешь, ну да, до 15, в принципе, так-то можно. Наверное. Да? Я буду мне еще подохнуть. Чего? Подохнуть. Я вот не знаю, ребята, вот у кого сейчас летние, ну уже начались, у кого летние каникулы. Вот вообще напишите в У ком... меня начались. Ну у тебя начались, да. Вот кого вот начались, будет очень интересно послушать, кто как их вообще будет проводить. Может куда-то вот типа как мы с ним поедем на дачу, не знаю. Сейчас погодите, ребята, пауза. Так, ребята, мы продолжаем. Извините, то, что так отвлекаемся, ладно. И вот реально будет очень интересно написать, кто как пройдет. Кстати, я умираю, братик. Может ты пошнуться сейчас быстренько ко мне? Ты где? Ёлы-палы. Все, я, короче, сейчас сдохну, убей меня. Все, молодец, спасибо. Сейчас я к тебе ТПшусь. ТП. Все, теперь... Где ты меня убивай? Давай. А что, стой. Нам главное с тобой это... О, да-да-да, молодец вообще.
Погоди, у тебя саженцы есть? О, молодец. О, вообще молодец, молодец. Погодишь. Все, давай. У тебя почему-то, кстати, так и скин не прогружается. У меня прогружается, а у тебя нет. Алёха, Чего? помнишь? Чего? Пенный Вовчик. А. Нам, кстати, до сих пор нужна шерсть. Вообще не знаю, что мы будем с тобой делать в этой пещере без шерсти. Нет, мой Вовчик. Я не говорю. Я его убил. Целю. Кого? Аскни. Леха, скрип. У Ты... меня же есть лук. Давай, теперь ты их можешь убивать хотя бы. Кстати, ребята, вот сегодня вот недавно это скачал парочку прикольных игр. Он идет ко мне. Кто? Скрип. Да убивай Ты его. пошел мне к себе. Леха, быстрее. Ладно, у меня есть мой. Да не ори ты. Кстати. Так. Чистая кирка. Есть уж так. Да вон он стоит. Смотри, вон там. Какая-то странная прогрузка, везде вот эта хрень, которая не нужна нам. Кстати, так быстрее намного будет работа. Так что давай вместе тогда покопаем. Потом... А, уже, кстати, надо заканчивать. Я говорил на 15. Кстати, ребята, кому сейчас вот не сложно, я нашел хороший канал. Ну, точнее, не хороший, но будет скоро хорошим. Пожалуйста, вот, просто возьмите, подпишитесь на канал моего друга. Кому не будет сложно, реально подписывайтесь. Под описание оставлю, что за канал. Конечно, там одно видео, да? Скорее, чей канал? До этого, потом тебе скажу. Олега? Не, Олег. Спортсмен? Да ты правильно его хоть называй. Как он? Ну знаешь, а, вот, Симура, вот. Блин, вообще, друзья, забыла в этом летсплее. Ну, короче, вот подписывайтесь к нему, ставьте лайки, вообще везде, 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 везде. Я Нам тоже. даже видео, да, я снял, да, точно помню. Я снял про него даже видео, так что вы по-любому найдете его. По-любому. Просто по-любому. Кстати, надо заканчивать. А, и еще. Кто-то, допустим, хотел с нами сняться вот, ну, в будущем или сейчас даже. Ну, там, не знаю, сколько. Одну серию, две, там, не знаю, кто хочет, действительно, да. Вам первое надо что иметь. Блин, как-то сказал. Ладно. Что вам нужно? Первое. Это вам нужно просто вот обязательно надо микрофон. Желательно хороший. Тему тоже хорошую купим микрофон. Он англичанин. Кто англичанин? Кто написал? Это ты только узбек у нас. Че ты меня ударить хочешь или кого? У меня получилось. Ничего, тебя ты пошло. Да, вот действительно, кто хочет, допустим, там с нами сняться, у тебя есть, да? Вам надо микрофон в первую очередь. Skype это просто обязательно, ребята. И желательно лицензионный Minecraft, да? Найти. И, короче, с вами сегодня был опять я, Лёша. Да, и кто, допустим, захочет в нашу команду попасть. Потому что у нас в данную секунду это команда, скорее всего. Вам просто обязательно надо быть со скином и с лицензией Майнкрафта. И вот такой вот тут знак сзади меня. Ты его видишь, Сашуля? О, да, крутой знак. Ну ты куда смотришь там, а? Вон, видишь? Бело-красный, желто-зеленый. Да не зеленый это черный, это просто у тебя на экране такой.
Ты просто слепой. Кстати, у меня там кровинка же, да, у меня? Да, у меня кровинка, все правильно. Господи. Чё, страшно, да? Хватит. Кстати, вот так, когда делаешь, такое ощущение, как будто стреляешься. Вот на F1 нажми. И возьми факела. И тебе, смотри, так как будто гранату кидаешь, да? Или нет? Граната! Или это у меня только такое воображение? Ладно, короче, ребята. Да тихо, надо заканчивать, уже 20 минут снимаем. Все, давай. Сзади меня остановись. Стоит. Возьми меч. Возьми меч, джедай. Сегодня ты Людвиг у нас. Посвящаешь войны. Короче, бери меч. Ну, можешь кость взять, тоже неплохо. Ло. Кость возьми, а? Нет. Ладно, если вы тут впервые, можете подписаться на наш канал, поставить лайки. А с вами сегодня был Лёша и... Саша, это песчаник. Ладно, всем удачи, всем пока-пока. Ну, пока говори.